Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас на распаковке смарт-часы детские Q730. Давайте посмотрим, как они у нас упакованы. Итак, что у нас тут? Еще один пакетик. Особенностью данных часов является камера, которая встроена в эти часы. Сейчас мы откроем все. Посмотрим. Так, достаем. Ну да, тут такая неплохая коробочка, крепкая. Так, открываем. Так, достаем часы. Так, что у нас здесь? Это у нас USB кабель для зарядки, инструкция на английском языке. Итак, давайте посмотрим сами часы. Сейчас мы их полностью установим, приложение запустим, посмотрим, как они работают, как работает камера. Вот так вот они выглядят на руке. Ну и так, давайте рассмотрим детские смарт-часы поближе. Так, у нас здесь имеется камера, которая регулируется, сам экран в алюминиевой окантовочке, ну, вроде бы как в алюминиевой. Так, кнопка включения, она же кнопка SOS. Здесь у нас USB зарядка. Сейчас. Так, и карта памяти. Не карта памяти, и сим-карта. Вот. Многие модели таких смарт-часов идут сим-карту. Чтобы вставить, нужно разобрать заднюю крышечку. Вот, давайте мы вот так вот. Ну а в этих часах, значит, крышку снимать не надо, у нас все тут устанавливается. Так, здесь у нас микрофон. Значит, я уже их русифицировал. Тут ничего сложного нету. Единственное, что именно в самих часах, в принципе, здесь ничего не посмотришь. Здесь можно посмотреть время, галерея, включить камеру. Вон, допустим, ну, что вы хотите снять тут сейчас. Вот потолок, щелк. Вот, есть фотография. Кстати, фотографирует, ну, относительно неплохо. Не фотоаппарат, не какая-то там какой-то там смартфон, но можно будет посмотреть в округе. Так, ну, я читал, что данные смарт-часы можно даже выводить фотографии, делать фотографии с помощью приложения. Но приложение почему-то такого так и не нашел. Значит, так, для того, чтобы ими начинать пользоваться, вам нужно будет скачать приложение. Так, берете смартфон, скачиваете приложение C-Tracker. Есть множество разных приложений, но мне это больше всего понравилось. Вот, ну, регистрируйтесь. Так, и мы видим все, что можно будет просматривать. Так, где ребенок? Значит, данные смарт-часы имеют также как GSM функцию звонка, позвонить, кстати, могут на 3 номера, задается, но опять же задается это все в смартфоне. Также, ну, вы, допустим, ввели сюда 3 номера через приложение, и ребенок может позвонить. Звонит он сразу на первый номер. Вот, и, ну, давайте, может, мы сейчас и проверим. Так, вот я установил приложение, вот я вижу, где находится ребенок.
заряд батареи. Кстати, заряд батареи, вот они у меня уже пролежали 5 дней, ну, не, если их ими толком не пользоваться, вот 5 дней пролежали, 50% заряда. Ну, это получается дней на 10 в режиме ожидания, по крайней мере, можно будет просматривать, где находятся данные часы. Так, вот мы видим на Google карте, где сейчас находятся ваши часы. Так, или ребенок. Так, найти. Ну, тут даже вот клавиша просто найти. Если, допустим, карту вот увеличить. Опять же, у нас тут вот Донецк, где война сейчас идет. Так, найти. И вот показывает, где ребенок. Так, голосовое сообщение. Можно записать голосовое сообщение и сразу отправлять на часы. Допустим, запишем, давайте. Так, отчеты. Значит, ну, это отчеты, это будет идти запись маршрута. Трекер будет отслеживать движение часов, будем говорить часов, где он находился за промежуток времени. Так, геозона. Значит, здесь мы выставляем расстояние, которое, при котором, если ребенок вышел за это промежуток, вот, допустим, мы выставляем от точки 200 метров, 200, 300, вот, видим, пятно увеличится. Если только ребенок выходит за эту зону, телефон автоматически присылает SOS, и тогда можно будет зайти, посмотреть, где он, или позвонить. Опять же, позвонить можно на него будет. Так, здоровье, значит, он считает шаги, потом пройденное расстояние, потраченные калории, пройденное расстояние и время во сне. Тоже установлен датчик, но я тут его не вижу, но датчик, написано, что есть. Так, что у нас здесь еще? Выставлять можно будильник, чтоб ребенок не проспал в школу. Вот три режима будильника в разное время. Так, тут награды, это мы отсылаем ребенку. Вот идет отправка, успешно отправлена. Так, что у нас здесь еще? Найти часы. Вот, часы подключились. Так, что у нас еще есть здесь? Вот, устанавливаем SOS, на какие номера. Вот три номера. Ну, давайте. Сейчас мы это все проверим. Обратный звонок, режим работы геолокации каждые 10 минут, каждые 60. Так, не беспокоить можно выставить, настройка сообщений, низкий заряд батареи, сигнал SOS, датчик снятия с руки, вот можно будет активировать датчик снятия руки, тогда придет оповещение на смартфон. Телефонная книга. Вот, можно завести до 10 номеров телефонов, на которые можно будет позвонить. Так, разрешенные номера. Опять же, выставляем до 10. Язык, время выставляется. Летнее время, английский или русский. Так, вот выставим тут русский. Так, летнее время. Пускай выставим. Часовой пояс нужно выставить. Так, у нас плюс 2. Так, плюс 2. И
Так, все включили. Так, датчик снятия с руки у нас включен. Так, ну что, можно будет попробовать включить кнопочку SOS. Так, пошел у нас вызов, но не на тот номер. Давайте настроим. SOS мы сейчас сделаем на свой номер. Давайте еще раз проверим. Так, выключаем полностью. Так, пошел вызов. Ну, как вы видите, все работает. Сброс. Пройденное расстояние. Ну, тут некоторые, конечно, функции показывают, но тут не все понятно, так как оно на английский. Ага, вот, которые оповещения пришли. Так, ну это какая-то игра. Учиться считать. Так, код самого прибора. Вот здесь, в принципе, все. Показывает сердцебиение. Так, давайте еще раз зайдем. Самое интересное, это, конечно, всех интересует, это прослушка. Давайте попробуем ее включить. Так. Ну и так, чтобы прослушать часы, ребенок даже не будет знать, что его прослушают. Вам нужно будет зайти в приложение, опять же, обратный звонок, введите сюда номер телефона, на который будет идти прослушка. Но опять же, я веду сейчас свой телефон. Так. Мы смотрим. Вот, ответить. Часы молчат. Давайте мы включим громкую связь. Раз, два, три. Вот, мы слышим, что прослушка работает. Так. Что еще здесь можно? Ну, в принципе, на этом у меня и все. Вот. Данные смарт-часы покупал я на AliExpress с кэшбэком. Кому интересно, смотрите ссылочки под видео. Покупал, еще раз скажу, с кэшбэком. Обошлись они мне в районе $40. Минус кэшбэк 7,5%. Все, всем спасибо. До встречи. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, пока.